В этом году будет завершена разработка мастер-плана. Далее начнутся работы по проектированию новой аэропортовой инфраструктуры, включая новый аэровокзальный комплекс. В результате расширения воздушная гавань будет обслуживать около 20 миллионов пассажиров в год. Площадь комплекса составит 40 тысяч квадратных метров. Проектом также предусмотрено строительство перехода между действующим комплексом и развитие служебно-технической территории. Размер инвестиций составит более 20 миллиардов рублей. В том числе 15 миллиардов рублей будет вложено в терминал и привокзальную площадь, сообщил РБК «Краснодар».